Итак, какой фронт работы по этой машине? Значит, у нас на бампере есть дефект. Вот, как можно видеть. Будем красить переход, то есть пол бампера. Далее. У нас на крыше вот такие нюансы есть. Что с ней было до этого, пока неизвестно. Наша задача ее устранить, эти моменты. Вот оно, как видно. Вот. Далее. Вот на бампере есть такой нюанс. Как бы тоже надо убрать. На багажнике у нас есть. Вот такое. А на крыле у нас есть трещины шпакла. Вот. Вот. И мелкие-мелкие трещины есть. Собственно, что мы будем убирать. Вот так вот все это выглядит. Шпаклевочки немного есть. Так, сзади тоже убрали. И тут расчухали тоже. Ну и теперь мы зеленочкой прошпаклюем тут на усадочку и пускай сохнет.